Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видео «Авторынок». Кстати, если вы еще не наш подписчик, рекомендуем подписаться на канале. Большое количество интересного и полезного обо всем, что касается выбора и покупки подержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах. Как тест-драйвы, так и обзоры технического плана. А теперь еще и обзоры сравнения. Ну, а если вас интересуют автомобили в наличии, либо наши вакансии, или еще какая-то информация о компании, все это по ссылочкам, которые будут на экране. Если вы ищете для себя недорогой компактный автомобиль для города в формате хэтчбека, советуем обратить внимание на корейцев, особенно если вам обязательно нужен левый руль автомат. Но в данном случае речь пойдет про адаптированный к нашему рынку узбекский Ravon R2 в девичестве Chevrolet Spark. Компактный хэтчбек Ravon R2 начал собираться в 2016 году. Автомобиль простоял на конвейере не такой уж большой срок – 4 года, до 2020. При этом первое обновление автомобиль прошел уже в 2016, в конце года. У желающих купить эту машину на российском рынке выбора агрегатов и коробок не было. Машины поставлялись только с двигателем 1.2 на 86 лошадиных сил, бензиновым, естественно, и автоматической КПП. Привод у модели сугубо передний, но она наш экземпляр 2017 года выпуска, и пробег этой машины 68 тысяч километров. Габаритные размеры этого хэтчбека следующие. Длина кузова 3 метра 64 сантиметра, ширина 1,59 м, а высота 1,52 м. Колесная база этой машины 2,37, что совсем немного. Сколько места там остается для ног задних пассажиров, проверим чуть позже. Но машинка получилась маневренной. Радиус разворота здесь небольшой, менее чем 4,6 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у этого автомобиля, то заводской слой краски здесь лежит в диапазоне от 80-88 до где-то 111-120 микрон. Причем, что самое интересное, этот автомобиль имеет оцинковку на кузове, исключение панель крыши. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажника. Хоть это и компактный хэтчбек, но все же он должен быть практичным. Каталожный объем багажного отделения при поднятой спинке задних сидений здесь всего 170 литров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. К данному моменту времени это самый узкий проем багажника из всего, что нам доводилось снимать в наших обзорах. Его ширина по средней части всего 83 сантиметра. Но если вы будете грузить сюда что-то высокое, имейте в виду, что ограничивать ширину багажника будут еще и полки, куда в данном случае встроены задние динамики. Расстояние между ними 70 сантиметров. Длина багажника по полу 48 сантиметров, а ширина между боковыми панелями 98. Если же вам надо будет увести какой-то более крупный груз, вы можете сложить спинки задних сидений. Сидения в этом автомобиле складываются на манер X-Trail'а. Здесь сначала опрокидывается вперед подушка сидения, а потом следом складывается спинка. Если вытащить подголовник, вы получите практически ровный пол. В этом случае полезная длина багажного отсека составит почти 1,20 м. А это для короткого автомобиля весьма неплохой показатель. Если же вам надо перевести какой-то очень длинный габаритный груз, и вы будете проталкивать его до самой приборной панели, то в этом случае в вашем распоряжении 1,95 м или чуть больше. Высота багажного отделения от фальшпола до крыши порядка 82 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств или фишек багажного отделения, то здесь их нет от слова совсем. Здесь отсутствует даже плафон освещения. Но под фальшполом у нас скрывается отформованная пенопластовая емкость, которая вставляется в запасное колесо, где размещен весь набор штатного инструмента. Баллонник, вороток, буксировочная петля и даже отвертка. Важная ремарка. ВИН-номер на этом автомобиле можно искать очень долго, если не знаешь, где он расположен. А выбит он на полу кузова под задним сиденьем. Для этого нужно перевернуть вперед подушку, и вуаля! ВИН выбит ровно посередине. Ну а теперь про салон. Попадая в интерьер этого компактного автомобиля, отмечаешь его родственную тематику с такой машиной, как Chevrolet Aveo. А выражается она в мотоциклетной компоновке приборной панели.
левую часть которой у нас занимает отдельный аналоговый спидометр, а правую своего рода комбинированный прибор, где у нас отображается запас топлива, пробег, показания бортового компьютера и даже тахометр в цифровом варианте. И, соответственно, блок контрольных ламп. Кстати говоря, все управление бортовым компьютером осуществляется все с той же приборной панели, включая и сброс одометра. Оригинальное решение, но, кстати, на удивление функциональное. Что касается удобства посадки и регулировок. На самом деле, при моем росте 1,86 м, я устроился за рулем относительно удобно. С учетом того, что рулевая колонка здесь имеет механическую регулировку, но только по наклону. По вылету все это дело не регулируется. Кстати, когда вы регулируете руль, вы не перекрываете приборы, поскольку приборная доска ходит вместе с рулевой колонкой. Что касается диапазона регулировок кресла, то в данном случае я отодвинулся максимально назад, до упора. Соответственно, если ваш рост будет больше моего, возможно, уже будут проблемы с размещением. Опора для локтей здесь есть, но только с левой стороны в виде жесткого подлокотника на дверной карте. Справа никакого центрального бокса не предусмотрено. Машина бюджетная и простая, соответственно, какой-то россыпи клавиш здесь нет. Стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте, с левой стороны регулировка боковых зеркал, она здесь электрическая, и корректор фар. Подрулевые переключатели расположены там, где они и должны быть, причем пользоваться ими на удивление приятно. Здесь выверенное усилие и мягкая работа самих переключателей. На центральной консоли самая обычная мультимедийная система с CD-плеером, а внизу чисто механический блок управления отопителем и кондиционером. Забор воздуха изнутри и снаружи перекрывается руками, как в старые добрые времена, а все управление скоростью вращения вентилятора и температурой доверено поворотным рукояткам, так что рулить всей этой системой можно, не отвлекаясь от вождения. Что касается бардачков и подстаканников, то по этой части автомобиль не обделен. Здесь присутствуют два круглых подстаканника в центральной части консоли перед селектором коробки передач, карман, куда можно положить, например, мобильный телефон. Основной бардачок не очень большой, но документы формата А4, сложенные вдвое, сюда вполне разместятся, а также у пассажира присутствует удобная полочка. С водительской стороны она также есть, но совершенно небольшая по ширине. Внизу дверных карт предусмотрены сдвоенные карманы, передняя часть которых отформована под размещение бутылки. В плане обзорности вопросов немного. Боковые зеркала, несмотря на то, что автомобиль маленький, не очень-то компактные. Они неплохие по площади и довольно информативные. Боковая линия остекления низкая. Присутствуют дополнительные форточки в передних дверях. Но лобовое стекло от вас очень далеко, и вкупе с большой высотой приборной панели создается впечатление, что вы смотрите вперед через амбразуру. Капот, естественно, невидимка, как у большинства современных машин с клиновидным силуэтом передка. Обзорность назад просто присутствует, хотя автомобиль очень короткий, заканчивается практически сразу за пятой дверью, поэтому проблем с маневрированием нет. Ну а на конкретном автомобиле предыдущий владелец решил вопрос, установив сюда зеркало с небольшим монитором и камеру заднего вида. Теперь давайте посмотрим, каково это находиться на заднем сидении столь компактного автомобиля. Что касается заднего сидения, то в принципе уже на основании короткой колесной базы было понятно, что с местом для коленей здесь будут вопросы. При моем росте 1,86 м я упираюсь коленями в сиденье, причем достаточно с большим усилием. Правда, спинка сиденья в данном случае мягкая, плюс на ней есть выемка как раз для колен. Само заднее сиденье здесь абсолютно плоское, впрочем, как и передние кресла. Три человека теоретически могут разместиться, если они не слишком крупного телосложения. Тоннель на полу мешать не будет, так как его здесь просто нет. Как нет и центрального подлокотника. А спинка заднего сидения, естественно, не имеет регулировок. Это одно единственное фиксированное положение. Запас пространства над головой здесь минимальный, но он все же есть. Так что в головном уборе здесь разместиться можно. У задних пассажиров есть узкий и твердый подлокотник на дверной карте, кнопка стеклоподъемника и один единственный подстаканник на двоих внизу центрального тоннеля. Так что для взрослых людей заднее сидение данного автомобиля, мягко говоря, не вариант отправляться на дальняк. Но доехать на небольшое расстояние в городе вполне пойдет. Что касается единственной силовой установки под капотом этого маленького автомобиля, данный двигатель носит маркировку B12D2.
По своей конструкции это четырехцилиндровый рядник. Блок цилиндров выполнен из чугуна. Здесь два верхних распредвала, есть фазорегулятор и стоят гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Привод ГРМ на этом двигателе цепной. Мотор выдает 86 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет двигателю разгонять хэтчбек до 100 км в час за 12,5 секунд, а максимальная скорость здесь около 160, что для данной машины вполне достаточно. Паспортный бензин, который сюда заливается, 92-й. Высокий октан тут без надобности. Масло также заливается менее 4 литров, вязкость 5W30. Но крайне желательно не сильно тянуть с интервалами его замены. У тех, кто откровенно забивал на замену масла, либо заливал сюда некондицию, бывало сдавались гидрокомпенсаторы, причем на пробегах еще около 50 тысяч километров. Они банально начинают стучать. Также некоторые владельцы жаловались на загорающийся индикатор Check Engine, который здесь в основном связан либо с катушками зажигания, либо с датчиками. Но такие случаи не особо частые. А вообще, с точки зрения конструктива, двигатель этот столь же надежен, сколь он прост. И способен отбегать свыше 250 тысяч километров. И, кстати, в паре с ним работает классический четырехступенчатый автомат, причем японский, GF045E. Эта коробка встречается, в частности, на хэтчбеках Nissan March, на таких компактных автомобилях из Японии, как Suzuki Wagon R, а также на целом ряде корейских компактных моделей. Интервал замены масла в автоматической коробке передач 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на Ravon R2 снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. В данном случае самая низшая точка автомобиля будет находиться под защитой моторного отсека. До нее от асфальта всего 13 сантиметров. Так что подумайте, прежде чем пропускать высокое препятствие между колес сходу. При этом передний бампер находится на расстоянии 16 сантиметров от поверхности земли, что более чем достаточно для парковки к поребрикам. Помните только про пластиковые брызговички перед передним колесом. Расстояние до порога за передними колесами 16 сантиметров, а до порога в задней части побольше, порядка 19 сантиметров. Расстояние от земли до задних брызговиков 23 сантиметра. Плюс стоит отметить полностью отсутствующий задний свес у этого автомобиля. Так что парковаться к высокому препятствию задним ходом здесь можно абсолютно смело. Ну а теперь про ходовую часть. В данном случае подвеска сделана по классической для малолитража схеме. Макферсон спереди и простейшая зависимая подвеска сзади. Шаровые опоры в данном случае в передние рычаги у нас запрессованы. На автомобиле присутствует стабилизатор поперечной устойчивости с креплением сверху на подрамнике, но доступ к болтам крепления стабилизатора здесь хороший. И поменять втулки можно будет без демонтажа подрамника. У автомобиля присутствует штатная защита моторного отсека. Она не глухая, но металлическая. Рулевая рейка, естественно, электрическая, соответственно, никаких гидравлических магистралей здесь нет. И проблем с ней минимум. Ну а что касается антикоррозийной обработки с завода, то на лонжеронах в передней части ее нет. Здесь не нанесен даже шовный герметик на соединительных швах кузова. Зато центральная часть днища автомобиля антикором с завода задута. Исключение — средняя часть, прикрытая термозащитами от выхлопной системы. Задняя подвеска автомобиля простейшая. Здесь обычная балка, два сайлентблока на балке, амортизаторы и пружины. Причем амортизаторы и пружины в данном случае разнесены по отдельности. Передние тормоза на автомобиле дисковые, задние барабаны, ручник обычный механический с тросовым приводом. Перед задней балкой у нас размещается топливный бак. Сам он сделан из пластика, гнить не будет, как и его заливная горловина. Объем бака 35 литров. Что касается антикоррозионной обработки в задней части автомобиля, то здесь мы видим слой антикора только на тазике самого багажника. То есть центральная часть над топливным баком и задние силовые элементы кузова никак не обработаны. Таким мы увидели сегодня компактный хэтчбек Ravon R2 2017 года выпуска с мотором 1.2, 86 лошадей, автоматом и передним приводом. Надеемся, после просмотра этого обзора у вас возникло общее понимание того, что представляет собой такая машина. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы уже проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке компактного хэтчбека, ваш комментарий поможет сделать верный выбор.
выбор. Если обзор оказался полезен, понравился, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также пишите, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!